один купец вернулся из путешествия домой и обнаружил, что его сын совсем отбился от рук. Что делать? Как-то нужно воспитывать сына. Но как? Хорошо подумав, отец придумал вот что. Вкопал против дома столб и после каждого проступка сына вбивал в этот столб один гвоздь. Прошло некоторое время, и на столбе не осталось ни одного живого места. Весь он был утыкан гвоздями. Эта картина поразила воображение сына. Он стал внимательнее относиться к своим поступкам, стал вежливее, добрее, помогал родителям по дому. Тогда за каждый хороший его поступок отец стал вытаскивать по одному гвоздю. Сын, видя это, стал делать все больше добрых дел. И вот наступил торжественный момент. Последний гвоздь вытащен из столба. Но на это сына произвело совсем неожиданное впечатление. Он заплакал. «Что же ты плачешь?» – спросил отец. «Ведь гвоздей на столбе больше нет». «Гвоздей нет, а дыры остались».